Всем привет! Сегодня 17 августа 2024 года. Приехали в лес за грибами. Вот только зашли в лес, еще трассу слышно. Сегодня втроем, Саша, Артур и я. Приехали в абсолютно новое место, мы здесь еще не были. Вызвали Блаблакар. Женщина-водитель попалась, и она нам посоветовала это место. Сказала, что вчера здесь набрала 7 ведер грибов. Вот, посмотрим. Машин действительно много стояло. Даже вот на входе уже какие-то грибочки, но они, наверное, несъедобные. А так она говорит, что 7 ведер белых набрала. Посмотрим, что здесь будет. Покажу свои находки. Мох здесь, сосны высоченные, и березы попадаются. Ребята включают навигатор. Все-таки новое место, чтобы не потеряться. Будем углубляться. Надеяться, что женщина правильное место нам посоветовала, что мы тоже что-то найдем. Недалеко прошли, встретились первые белые. Два. Ну, ножка плотно. Три даже, смотрите. Тут еще один маленький. Берем. Есть такая закономерность, что они недалеко от вот этих проселочных дорог. Покажи. Еще один в корзине. Да. Ни следа. Все равно проверяй на червивость, потому что лишнее не таскать. Хороший, молодец. Сегодня наконец-то корзину взял, то ходил с пакетом. Да, подумал, что улов будет, поэтому надо брать. Все, идем дальше. Идем дальше, продолжаем поиски. Тут начались папоротники. Какой лес. Папоротников много. Будем искать поляны. Очень нравится лес. Шикарный. Вот красавец встретился. Белый гриб. Рядом посмотрим. Вот еще встретился гриб. Молоденький, хороший. Ножка плотная. Сейчас посмотрим. Хорошо. Артур, у тебя? Все хорошо. Мухомор встретился красненький. В основном встречались раньше пантерны. Сейчас уже такие красненькие. Еще вот здесь молоденький лезет. Красавчики. Идем дальше. Идем дальше, гуляем. Вот еще встретился белый гриб. Большой. Красавчик. Не, я не...
Вот какой стоит. Два. Ух ты. Нашел Александр. Первый. А тут еще один. Где? Сейчас найдем. Второй. Сейчас к третьему сходим. Ого, давай выкрути. Ножка плотная. Ой, хороший должен быть. Шляпка чистая. Угу. Наташа хорошая. Наташа. Так, Артур нашел. Ну, он, скорее всего, старый. Под березвик, да. Я его брать не буду. Так, Саша тоже зовет. О, я вижу. Прятался по травке. Да, бери. Бери. Опа. Вот тут маленький. А тут вот тоже второй вот. Тоже. Ножка плотная, хорошая. Вот и шляпки все чистые. И я рядом нашла маленький красавчик. Грибы есть. Високосный год всегда грибной. Здесь видно, что лось пробегал. Сами поняли, почему. Так, здесь какой-то гриб. Но это не белый. И... вот. Спрятался вот тут вот. Угу. Ножка плотная. Сейчас посмотрим. Ты тоже нашел? Мне повезло. Маленький, конечно, но... О, хороший, хороший. Два. Два? Да. Маленький. Ну, вес такой приятный прям. Сейчас и я поищу. Я пока не вижу. А я подберезовик нашла. Ой, ножка вообще здоровая. Шляпка хорошая вот какая. Ого. Хорошая, хорошая. Плотная, толстая ножка. Рядышком только собрали, а тут еще вот два малыша. Вот тут с толстыми ножками. Ох, какие хорошие. Давай, выкручивай. Раз. Два. Ой, хорошие. Вот Саша еще один нашел. Да, грибов много. Грибники уже с полными корзинами идут к машинам, а мы только приехали. Все равно находим. Пока вот это удалось собрать, это где-то за 15 минут. Решила запечатлеть, выложила все из корзинки. Все грибы чистые. В низинки сходили. Саша тоже нашел. Черники в этом году нет, она вся померзла. Потому что в мае снег выпал. Как ты увидел? Давай, выкручивай. Ой, ножка вообще плотная. Толстая. Ой. Вот такой хороший. Угу. Плотный прям. Бочоночек. Бочонок. Дальше ходим, смотрим. Трава здесь такая интересная.
Но пока прям полян не встречается, как в прошлый раз. Пока единичные. Возможно, много людей ходит, да, потому что много срезано грибов. Ну ничего, каждый грибник найдет свои грибы. Мы рады тому, что уже нашли. Хочу показать, какой нашел подосиновый. Уникальный экземпляр. Может быть, подберезовик. Подосиновик, ты почему-то не отвечаешь. Да. Редко встретится. Да. Посмотрите, какая здесь природа. Какая зелень. Ну, очень красиво. Ой, чуть не упала. Ой, кажется, что-то нашла. То ли маховики. Нет, это что-то не то. Что-то пластинчатое, не буду брать. Не знаешь, не бери. Говорят, опята пошли, но что-то тут не встречаются. Так, это что? Тоже что-то пластинчатое и не волнушка. О, тут уже совсем другое ландшафт. Как меняется лес. И здесь мягко ходить. Я в сапогах резиновых. Как будто по болоту ходишь. Артур, кстати, себе сапоги купил. В прошлый раз очень промокли ноги. В дождь, когда ходили. Решил сапоги купить. Как раз успели прийти к выходным. На маркетплейсе заказал. Артур, как тебе новые сапоги? Удобно? Думал, будет хлюпать, но на удивление с двумя носками сидят неплохо. Хорошо. Ладно, ищем дальше. Там сосны, сейчас туда пойдем. Там могут боровики, там налоги встретятся. Вот это да, вот это мухомор встретился. Смотрите, моя рука и мухомор какого размера. Таких огромных я не видела. Огромный. Нагибалась показать мухомор, встретился подосиновик, но он, наверное, старый. Да, не буду брать. Но такой прям тоже большой, размером с ладонь. Отстала от ребят, вот догоняю. Говорят, тоже нашли грибы. Нашел супер редкий болотный подберезовый. Покажи. Вот, окрас. Ой, какой красивый. Очень, черноголовик. Очень плотный. Очень. Ой-ой. Сейчас мы его почистим. На вид чистый. Класс, молодец. Так как мы находимся на болоте, ну, оно уже высохло практически, тут встречаются болотные подберезовики, такие же, как нашел Артур. Первый, второй. И вот еще покрупнее. Так, сейчас я попробую посмотреть. Вот они с очень темной шляпкой и считаются одними из лучших видов подберезовиков. Так, первый я выкрутила. Второй выкрутила. И тут еще два. Они крупные, уже шляпка посветлее. Нужно проверить. Ну, это старый, поеденный. Этот, наверное, тоже. Да. Эти оставим. А два молоденьких возьмем. Так, Саша зовет.
сказал, какой-то супер красавчик, цитирую. Вот опять тут лосиный помет. Он тут повсюду. Я ничего не вижу здесь. О, ух ты! Охренеть. Какой дебали белого и подберем. Ну вообще, сейчас выкрутим. Вот это да. О, еще один. Еще два, что ли? Сейчас. Все по порядку. Рядом еще такой же пузатик. Вы когда-нибудь видели такие пузатые подберезовики? Они обычно тонконожковые. А этот практически как белый считается. Вот второй. Тоже проверим. Уделим внимание. О! Хороший. Давно я таких не собирала. И еще. Ух ты! Черноголовики. Есть красноголовики, подосиновики. А есть черноголовики, подберезовики болотные. Ну, какова красота? Рядом еще два. Раз. Два. Итого четыре на одном месте. Вот они, черноголовики, один подосиновик, болотные. Крепкие, с темной шляпкой. Нашла только что то ли белый, то ли боровик. Нет, это не он. Ну, очень похож. Обрадовалась. Обратно поставим. У нас привал по традиции. Вот. Пирожки, бутерброды. Приятного аппетита. Бутерброды Саша вчера вечером делал. У Артура хачапури. Еще что? Орехи. Я сегодня, кстати, взяла чай. В термосе. Что-то захотела с лимончиком сладенький. Все, сейчас поедим. И с новыми силами дальше в путь, да? Вот мой чай в термосе. Мне девочки на день рождения на работе подарили. 0,5 литра, правда, всего. Взяла домашние огурцы, помидоры и яблоки. И также у меня то же самое, что у Саши. Бутерброды, пирожки. Сейчас к ним присоединюсь. Немного отдохнули и двинулись дальше в лес. О, что-то Артур уже, кажется, нашел. Еще один подберезовик, черноголовик. Я их вообще не вижу. Они как-то сливаются очень с окружающей средой. Какие-то серые. О, и Саша нашел. Я вот их вообще мало вижу. Очень уж они такие. Что я вижу везде лосиные какашки. Ого! Ну что за прелесть. Собирайте кто-нибудь. Пять. А тут почему-то не хочет их брать, он отдает все нам. Ну, мы будем все сушить. Потом ему же зимой это все и вернется в виде баночек. Я тебе тогда дам эту корзинку. Саша не взял вторую корзину, теперь переживает, что слишком большой урожай. Вот так вот что-то, может быть, еще тоже найду. Покажусь в кадре. Хорошо в лесу, очень хорошо. Опять меняется ландшафт. Хвойные деревья появились, елки.
удобно здесь ходить. То в лиственный лес пойдешь, там прям бурелом бывает. Тяжело. Передаем привет лосям. Еще раз передаем. Не хотелось бы встретить вживую. И ему, наверное, тоже. Идем на поиски белых. Ушли из этих болот, где были подберезовики, на поиски белых. Зашли в папоротники. Женщина-водитель нам сказала, что под папоротниками эти поляны. Пока вижу только мухомор. Место интересное. Папоротник, конечно, значительно тяжелее увидеть. Такое все зеленое, удивительно, уже осень на носу. Дождик хороший пролил, влажно. Просто даже погулять приятно. Лось, привет. Теперь попали в сосновый лес. Папоротники закончились. Так идешь, идешь немножко, или меняется лес. Такие грибочки. Много срезанных, люди ходили. Ну, я думаю, мы сейчас тоже найдем. Наконец-то улыбнулась удача. Покажи. Давай. И вот. Ой, это вообще на боровик похоже. Очень. Ой, какой плотный. Ух ты. Вот это бочоночек. Шикарный. А второй? А второй на обычный белый смахивает. Ну тоже хороший вот. Два. А вот этот тот уже плохой. Тот наступил у него. Красота. Смотрите, какая прелесть. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, грибы. Еще беленький. Охренеть. О, Саша еще большой нашел. У нас Саша самый зрячий. Хотя мы с Артуром в очках, а он нет. Видели? Какие волшебные грибочки в волшебном лесу. Еще один белый. Артур нашел белый гриб. Два. Два. Да, давно ничего не находил уже. Да, у него очень мало. Он нам все подберезовики отдал. Он только белый собирает. Ну, хороший. И расстроился, что ничего не может найти. Сразу подрезаем, проверяем. Чистый. Чистый. Все, молодец. Ну, второй дырявенький немного. Ладно, вам видно. И я нашла беленький. Ножка мягкая. Сейчас проверим. Нормально, в принципе. Вот эта часть рассыпается прям. И еще один с темной шляпкой. Вот этот с твердой ножкой.
Красавчик. Ура, я нашла. И Артур нашел. Красивый. Чистый? Да. Молодец. Саша нашел. Саша, выкручивай. Это один? Угу. Два. Угу. Хороший, ножка плотная. Молодец. Как ты заметил? Супер. Вы посмотрите на это чудо природы. Артур нашел белый. Очень красивый. Немного мягкий. Мягкий? Немного, но сейчас подрежу. Что за... Как-то рассыпается. Ну, значит, он червивый. Ну, шляпку возьму. Больше в папоротник ничего нет. Вот еще белый. Крупненький. Зашли сейчас немножко в другой лес. Поищем. На нашу сторону похож, да? Да, как будто лиственный. Еще грибники ходят, не только мы, и машин много, и слышно, но природа обалденная, согласитесь со мной. Только ради одной природы надо выходные выбираться в лес. Одни какие-то мухоморы встречаются. Вот машина стоит. Опять папоротники начались. Ну, даже то, что мы уже собрали, мы довольны. Хотелось бы побольше, конечно, на сушку. Но уже корзина полная, ведро опять достали. Так что хорошо. И мы их сейчас проверяем на червивость сразу. Берем только чистые. Это должен плотный быть. Ой, как нелегко выкрутить. Мох шикарный. У нас один грибник утомился и просто прилег. Подошевелись хоть. Немножко решили передохнуть. Дальше пойдем. Я нашла белый. Смотрите, он прям в мху растет. Говорят, Саша нашел белый.
Ого, большой. Как это его грибники пропустили? Да, грибников очень много, конечно. Какой большой. Здесь вообще так красиво. Очень мягко. Бывшее болото. Очень красиво. Саша нашел подосиновик. Подосиновики редко здесь встречаются. Это, кажется, только второй по счету. С толстой ножкой хороший подосиновик. Ого, ножка. О, вот это да. Попались опять черноголовики. Подберезовики болотные. Первый. Видите их? Прям тяжело увидеть. Такого цвета. Второй. И Артур третий собрал. Еще грибников повстречали на машине. Там тоже голоса слышны. Впереди еще одна машина. А на трассе-то сколько стоит возле леса? Это о чем говорит, что грибы пошли, грибов много в лесах. Идем к Саше. Нашел белый гриб. Хороший. Ножка толстая, плотная, хорошая. Хорошо. И я нашла маленький белый. Молоденький. Вот еще один. Еще один белый. Мы вот сегодня в итоге собрали белые, черные и красные грибы. Красиво как. Очень. Вот еще прелесть грибная. Саш, тут один только? Слышите, да, как кричат конкуренты наши? Я как конкурентов испугалась, 5 грибов на одном месте нашла от страха. Не засняла изначально эмоции. Тут такой виск стоял. Тут боровики. Мы хоть боровики увидели. Давай выкручивай. Фото на память надо будет сделать. Вот это уже боровики. А то одни белые были. Бочонок чистый, хороший. Молодец. Супер. Я тоже небольшой нашла, молодой. Здесь опять папоротники начались. Саша боровики нашел в папоротниках, как нам и советовала женщина-водитель. Посмотрим, что здесь есть. У нас Саша сегодня проводник. Он лучше всех ориентируется и выбирает более-менее грибные места, куда идти. Красиво.
Саш, ты скажи, как ты нашел боровики? В папоротниках? Да. Мы приехали на Блаблакар, и девушка сказала нам, куда, где выйти, какой километр на трассе. И сказала искать в папоротниках. Вот мы так сделали и нашли боровики. Первый раз за сезон. Класс. Два. Мы с Артуром нашли. Еще беленький нашла. Уже начинаем собираться в сторону трассы. Домой. Такой беленький. Никто не заметил. Все, выходим из леса. Уже трассу слышно хорошо. В общем, уловом довольна. Немного, конечно, есть такая приятная усталость. Потихоньку выходим. Все, к трассе мы вышли. Вот окончательный обзор на троих, вот столько грибов. Белые, подосиновики, подберезовики и два боровика, или три даже. Саш? Домой иду быстрее. Ладно, все, трасса здесь уже у нас. Все, всем пока. Ходите за грибочками, это очень интересно.